В Италии есть такая ассоциация по защите окружающей среды. И вот этот паренек, который здесь подметает, общается на английском языке. И он сказал, что это добровольцы, волонтарио. Которые защищают окружающую среду от загрязнения. Вот такой пляж. Абсолютно бесплатный. Если хотите приобрести зонтик, зонтик стоит 4 евро. Символическая цена. Относительно недорого. Раскладушка тоже 4 евро. А раскладушка, которая закрывает лицо, 4 евро. А обычная раскладушка 3 евро. На целый день, пожалуйста. Вот здесь столик, можно оплатить. Ну, в основном все расположились на гальке. А вот такая раскладушка стоит 3 евро на целый день. А вот такая раскладушка 4 евро. Вода в море теплая и прозрачная. Достаточно много сегодня людей на пляже, если учесть, что сегодня четверг. Четверг. А вот часы, если вам видно на башне. 16:30, 16:30. На каждом пляже находятся вот такие 4 больших контейнера. Умидо – это контейнер, куда пищевые отходы собирают. Карта – это бумага. Мультиматериалы – пластика и алюминио. Это даже нарисовано все. Баночки из-под пива, пластиковые стаканчики. И ветро – это стекло. Вот мусор здесь разделяют на вот такие категории. Здесь душ бесплатный.
здесь можно ножки помыть. Здесь можно смыть песок с ног и ополоснуться. Здесь можно обмыть песок. Получить результат. Уходит определенное количество воды и достаточно. Если недостаточно, можете мыть сколько вам заблагорассудится. И все. Посмотрите, какой вид открывается из автобуса. Из автомобиля такое не увидишь. Видно майоре и миноре. We'll be right back.
Спасибо.